Прием, прием, друзья. На связи, как всегда, я. Вас добро. И, ребята, я не могу описать, что сегодня будет происходить в видеоролике. Дело в том, то, что сегодня меня Enderman Pro пригласил в какой-то мир. И сталось. И случилось нечто. Чтобы узнать, что будет в этом видео, поставь лайк и подпишись. И смотри это видео до конца. Приятного тебе просмотра. Итак, друзья, прямо сейчас я уже с Эндерменом Про. Он меня позвал в какой-то непонятный город прикольный, в котором мы будем с Эндерменом Про, в принципе, будем. Так, ну что ж, Эндермен Про, покажи, что мы тут будем делать, почему у меня креатив. Я не знаю. А, у меня креатив, потому что ты что-то там сделал. Да, это я же еще один должен построить. Саша, размовляй, дуже голосно. Так, так. Доброго, Андерпро. Ну что ж, погнали. Посмотрим, о, что. Где торговец? Посмотрим, что это за такая деревня. Прикольная. Адя, ты видел, какой у меня плащ офигенный? Да, видел. От Моджанга. О, погнали сюда. Я пойду в другой домик. Блин, ребят, ну посмотрите, какие же домики. Только это какой-то заброшенный. У меня здесь расходная крыша была. Не, ну слушай, ты прикольный город наш. Так, ничего нету в бочках. Понятно, так. Тут есть второй этаж, я упал. Так, окей. Там есть наковальня. Ну, какая-то кроватка. Возьму себе на всякий случай. День не нужно. Окей, ничего интересного тут нету, я пойду. Я пойду в обратную сторону. Да-да, я пока что построю. То есть здесь ничего нету. Пойду, мама, вышу за. Какой-то очень странный дом. Весь в лианах. Так, окей. Эндерман, ребят, Эндерман Про куда-то пошел. Ну, он может зайти. Блин, а муха. Летает у нас по дому. Так. О, палочка ифритовая. Эндермен, я передумал перейти в другую комнату. Мне мы сможем записать. Ну ладно. Так, все. Так, все, ребята, мы с Эндерменом перешли в другую комнату. И теперь мы сможем спокойно записывать видеоролик. Я вижу какой. Я вижу что-то. Я что-то вижу. Так. Даже, ребят, не знаю, как все будет. Как все будет. Поэтому давайте, ребята, мы посмотрим все подетальнее. Не, ну, в принципе, чего тут надо бояться? А? Так, не понял. Что это такое? Ночь так быстро наступила. Окей. Так, у меня есть палочка ифрита, но я очень чуть голодный. Не понимаю, где Вазя? И где Эндермен Про? Мне не показалось, где там был маньяк. Не, ребят, вы сами только что все видели. Вот там он ходит. У него ник стил. Мне кажется, то, что
Я не думаю, что Эндермен Про... Эндермен Про, ты где? Эндермен Про отключился от звонка. Его не слышно. Получается, теперь только я. Его видно! Его видно! Ребята, мне надо быстрее валить. Быстрее, 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 быстрее. Мне надо быстрее. Время поиграть. Он еще и говорит. Он как-то вошел в Дискорд. Ребята, я не понимаю, как он вошел в Дискорд. У меня слышно на устройстве, как он говорит. Он говорит, время поигрался. Я не понимаю. Это точно какая-то мистика происходит. Тут точно происходит какая-то мистика. И кто-то еще и бутылочки кидает. Блин, почему Эндермена Про нет? Так. Вроде бы ребята, пока что все спокойно. Я думаю, то, что это ненадолго. Я реально. Эй! О, Эндермен Про! Эндермен Про, ты где? Ты где? Я здесь, ваш Эндермен Про, я здесь. Я тебя не вижу. Эндермен Про, прикинь. Я только что тут видел бешеного маньяка, который тут ходил. Да здесь ничего нету. Да, я тебе говорю, тут был маньяк. Это реально капец был. Ну ладно, я тебе сейчас дам зельку невидимую. Он нам не... Нам ничего не сделает. Стой. Не, я пойду прятаться. Ты если что, тоже пойди прячься. А я найду, ребята, убежище. Я пойду тоже прятаться. Про дерево. Проходим, венчики надо. Меня убили. Так, ребята, это какая-то проблема. Так, все, ребят, мы опять перешли в другую комнату. Я буду прятаться, короче. Я должен реально буду прятаться. Потому что так это будет небезопасно. Эндермен Про, ты там где? Я за деревом спрятался. О, скелет возле тебя. Странно, почему ты всегда меняешь скины? Да не, вроде бы ты не меняешь скины. Подожди. Я бы опять перестал слышать. Ребята, вы его видите? Спокойно. Мы всего лишь там мирные приятели. Эндермен Про, а почему ты вышел? Я не выходил, меня просто расшатали вся телефон. Так это ты был маньяком? Ну что ж, ребят, надеюсь, вам понравилось такое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, меня зовут Ваздер Про. Оказывается, это был очередной троллинг от Эндермена. Всем удачи, хорошего настроения. Не болейте. Увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока.